Ну что, всем привет. Мы продолжаем с вами проходить Tomb Raider Definitive Edition. Я забыл. Нет. Забыл, где и закончил, и что я делал. Ну, я думаю, сейчас мы быстро вспомним. Это не должно быть прям очень сложно. Вот. Навыки мы, по-моему, вкачали в последний раз. В категории тоже карты как-то здесь включаются. А, это... Подожди. Ой, зачем-то. Так, я теперь как-то могу зажигать факел, блядь, нам научиться. И... Вот как включается карта. А, точно, там упал самолет. Одного чувака убили у нас на глазах, пилота, остался второй. Собственно, мы сейчас пойдем его искать. Так, я стреляю. О. А, здесь я уже был, да, точно. По-моему, был. По-моему, отсюда я пришел. Точно, точно я здесь шел и убил каких-то мужиков. Ролики-зайчики. Так, я умею бить киркой, я умею прыгать. Я умею менять оружие. У меня есть автомат, кстати. Чудо-лук. Я умею прицеливаться. И R2 это альтернативный. Стрельба. А, точно, я могу теперь этим луком веревки ставить. Ладно. Окей. I'm not gonna tell you that I'm using StreamBot because I'm not using it. Эти развалины еще до курганного периода. Неплохие такие статуи. Императрица Пимика? Невероятно! Я уже был в похожем. Капитан Джессоп! Вон он сидит. Капитан Джессоп! Сейчас случится что-то плохое.
очень не нравится мне этот мост, а еще мне не нравится наличие этой хреновины. Там я могу, по идее, лазить этим скалолазом своим. Ладно, пойдемте, чё. Боже мой! Ты доставила мне слишком много неприятностей. Но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Вот это поворот. Это не Хранители Леони! Чимазур я беру! Что вы сейчас со мной делаете? Стывай! Опять не добили. Охренеть вообще. Пацаны развлекаются. А вот и пилот. Да что его искать? Вон он там сбоку. Там какой-то злой вообще ходит. Чувак. Поправить вебку. Ладно, фонит, но не смертельно. Ничего страшного. У меня по-прежнему ледоруб, кстати. И пистолет. Вообще наивные пацаны. Лук только отобрали. Очень светится.
Надеюсь, не совсем заржавело. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца. Это Яматай. Пусто. Это действительно ты? А, нет, смотри-ка. Вернее, твои останки. Забавно. Невероятно. Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Вода! Черт, нет! На бедную девушку. А, мне для этого давали дробовик, да, чтобы я из него тут всех это... Я что-то и не подумал. Зачем у меня этот ваш дробовик? Так всех разобрали. Так, есть что интересного. Императрица Пимика. Оп, нельзя залезть.
такое? Кто это такой? Так, короче, ладно. Сейчас мы разберемся. Ну, что тут разбираться? Идеи надо... Надо взять лук. Пошел. Вот и новый лагерь, защищенная ниша называется. Ух ты. Они сами убегают от своего же этого друга. Лук. Лук и все. Дробаш, винтовка, пистолет. Кирка. Костюмы не хочу вообще даже смотреть на них. Пистолет пока не хватает. Магазин мешает на 25%. Нет, не хочу. Давайте добавить, короче. А, понятно. Ну тогда дальше буду пока чинить. С этим справится дробовик. Что мне с ним делать? Не могу открыть. Оставь. Тут надо выживать. Она здесь. Эй, женщина. Не пойдем. Убейте меня. Thank you.
под ними. Под ними. Надо что-то куда-то бросить, что ли? Наверное, вот этот колокол вниз. Через ту штуку. Thank you.
Остальные с тобой? Нет, я выиграла рацию охранника. Не понимаю. Меня похитили. Что? Где ты? Я не знаю. В каком-то древнем японском дворце. Они все время говорят об огненном обряде. Лара, я жутко боюсь. Боже, кто-то идет. Нужно спрятать эту штуку. Сэмми? Сэмми! Огненный обряд. Передача власти, что там думать? Как в гробнице Пимика. Ром, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держу там. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе. Так, ладно. Перезарядить. Этим я даже не пользовался. Опа. Хи-хи-хи. Да, рано я решила, что хуже уже быть не может. Кого я видела там, в монастыре? Они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт. Ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, это представители какой-то затерянной цивилизации. Так, теперь я точно как отец. Итак, известно, что они убили тех людей. И я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Но сейчас не время об этом думать. Сэмми в беде, и я должна ее спасти. Она... Ой, не дослушал. Сейчас мы с вами дослушаем. Да, рано я решила, что хуже уже быть не может. Кого я видела там, в монастыре? Они были одеты, как штормовые стражи, и издавали звуки, нечеловеческие звуки. Черт, ты только послушай себя, Лара. Говоришь, как отец. Похоже, это представители какой-то затерянной цивилизации. Так, теперь я точно как отец. Итак, известно, что они убили тех людей. И я не сомневаюсь, без колебаний убили бы и меня. Но сейчас не время об этом думать. Сэмми в беде, и я должна ее спасти. Она надеется на меня. Так, где-то тут рядом артефакт. Прямо здесь. Thank you.
надо мной. Вот это поворот. Ладно. Светится ничего. А вот оттуда, ну, в общем, не скоро мы туда попадем. Ладно, идите пока дальше. Опа. Так, вот еще один тайник, это мы потом его заберем, наверное. Этот документ я уже вроде получается собирал, да? Или нет? Наверное, нет. То есть у меня над головой где-то еще один документ. Ладно. Что мы можем попробовать сделать? Мы можем попробовать их вообще отсюда снять.
Да, ну как так? Что происходит вообще? Как легко поджечь? О боже, пронесло. Ты здесь? Я здесь, Сэмми. Как ты? Что им нужно, Лара? Огненный обряд. Что за чушь? Послушай, я иду за тобой. Я вытащу тебя оттуда. Пожалуйста, помоги мне, Лара. Обещаю. Я обещаю, Сэмми. Эй, она взяла мою шансу. Сэмми! Сэмми! Отдайте от нее, ублюдки! Отдайте! Во-первых, тут есть документ. У меня там уже был. Да, нет, не был. Как-то можно залезть наверх.
Казалось бы, чего еще желать? Я жрица императрицы Солнца. Я возвышена над всеми придворными. Меня обучают языкам, истории, военному искусству, этикету. Всему необходимому для правления страной. Императрица для меня как мать. Она ласковая и внимательная, даже любящая. Но что-то во всем этом не так. Мы будто разыгрываем чужие роли в неизвестной пьесе. Мне кажется, что некоторых жриц, а возможно и всех, терзают те же сомнения, что и меня. Что это? Почему это происходит? Чего мы все так боимся? Окей. Смотрим с вами дальше, что еще мы тут можем собрать. Тут тайник мы можем собрать, сходить, да? Вот это, по идее, самолет, который валяется. Это еще один кусок самолета. Вылезти не получится. Вылезти не получится. Так, значит, это проход по квесту. По квесту чуть больше проходит. Сейчас надо с веревкой натянуть, слезть. Стоп, а как я ее натяну-то? Хе-хе. Ла-ла-ла. То есть я могу перепрыгнуть туда. Я там уже был, кстати, да? Не, ну давайте чё. Начать, поэтому без долгих предисловий скажу прямо. Алиша, твоя дочь. Не знаю, может, ты уже давно догадывался об этом, но теперь я снова в команде Endurance, и поэтому больше не могу скрывать от тебя правду. Постарайся понять, никто не собирался изолировать вас друг от друга. Но я же прекрасно знаю, чем ты живешь и дышишь, Рот. Сидеть на одном месте и растить детей – это не для тебя. Может, я была не права. Может, стоило обсудить все с тобой, но... Поверь, я сделала это ради тебя, посчитав, что так будет лучше. Если хочешь, давай после экспедиции все обсудим и решим, как нам быть дальше. А пока хорошенько все обдумай. Ладно? А что, на карте здесь был документ, оказывается? Ладно. Сколько всего еще не найдено и не прочитано, да, братцы? Так, что тут у нас? Тут у нас вот туда как-то попасть. Туда попасть, да, можно попасть.
Это лопух. В Канпу он служит противовоспалительным средством. Всякого нового появляется. Читать это не было. Матрошки, например, те же самые. Штуки всякие. Еще какой-то ящик со штуками. Вот еще ящик выпал, кстати. Прокач, прокач. Американцы никогда бы тут это не бросили. Не думаю, что кто-нибудь из них остался в... Собрал, что дадут.
который надо разорить. Если не убьюсь. О, последняя, оказывается, была. Так, здесь. Здесь надо поджечь вот эту штуку. Интересно, почему она там не срабатывает? Так, что поджигаем. Там еще одна свинья больше. Так, что-то не срабатывает. Давайте попробуем по-другому. Оп. Лайла. А теперь.
можете, нет. Хотел сказать, что придется драться с тем здоровяком, но не факт, где он вообще когда-нибудь потом будет еще. Еще один. Его что, вообще на маленького испепелило? Распылило. А, вот уже. Сейчас я. Отче, на чеку, мы проверим. Эй, тут что-то не так. Что за звук? Thank you.
Можно было их сжечь. Я ступил. В принципе, ладно, так разобрали. Блинский блин. Не попал. А, ну понятно, можно было поверху, можно было понизу. Ничего нового. Попасть нам надо вон туда, да. Я не вижу другого пути, поэтому... Мы слезем. Thank you.
вас перекосило-то? Что ж не везет так этой Ларе? Там ребер не осталось уже. Это мы неплохо с вами, ребята. Пролетели. Какие-то покрышки, все завалены. Должна быть аптечка. Беглеца поймали. Мастерской прям. Теперь им занялся Сомали. Абсолютно ничего. Нужно искать дальше. Ладно, посмотрим у вертолета. Запах. Где старика? Я не знаю, о чем вы. Не знаю. Сережка, я знаю, вы бежали вместе. Пожалуйста. Я не... связать тебе, если... Боже правый! Так что там происходит? Малит вышел из себя. Опять. Старика не нашли. Нет. Он крепкий студенцы, но далеко не уйдет. Хорошо, покажи. Мы заперли их. Я не понимаю, почему отец Матиас оставил их в живых. Помогите! Ложись, ложись!
Что, желающие есть? Природа, как и пейзажи. И все, что ли? Ради зажигалки все это было? Ha ha ha!
Новый лук, что ли? Рот, ты меня слышишь? Рот! Лара, как ты? В порядке. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу город. Ты возле тех больших ворот? Подхожу к ним. Это девчонка! Прикройте! Вот там! Берите! Может, это пулемет взять? Все-таки. Thank you.
что такое-то? Фу, прям жестко что-то их. Застрял ты, дура, на лестнице. Нормально так замесили. Пацанчиков.
давайте мы на этом прервемся. Вот на 10. Вот, перекурить, подышать воздухом и так далее.